Эй, добро пожаловать, друзья, на мой канал. Меня зовут Брейн. Как-то странно, честно говоря, у нас сегодня приветствие. Надо было как-то так рах сделать прям вообще, чтобы жестко было. Что у нас, пиво, Андрей? Я вернусь, я обязательно тебя заберу. Ну а сейчас у нас финальная серия. Сейчас мы попробуем пройти, сколько там, 3-4 левела. Вроде как так оставалось. Сейчас все это дело заценим, посмотрим, что это за бочка. Я не знаю, поехали. 22-й, 23-й, 24-й, вроде бы как 25-й. Что это такое? Объясни мне, пожалуйста. Тут есть телефон, но пользоваться им, увы, нельзя. Что это вообще за О, привет, Гай! Так, суицидального парня мы забрали, значит, серия должна быть точно хорошей. Знаешь, это классика жанра. Смотри, это хавка вот эта вот из китайских ресторанов, в таких специальных бумажных пакетиках. Что за странная музыка у нас там играет, а? Это можно взять и засандалить. Давай. Готово. Я не знаю, что это, телепортатор какой-то. Это, наверное, отсылка к Half-Life 2, очень похоже. Только хиткраба нет. What the fuck? Что это было? Какого хера? Где мы? Где мы находимся сейчас? Что это за жесть? Можно было бы подумать, что, упав с такой высоты, ты, наверное, бы погиб. Но не тут-то было. Здесь решается как-то иначе все. Можно залезть? Нет, слишком жирный, сюда не пролезть. Хотя Винни-Пух пытался, я помню, в мультике что-то подобное провернуть, но такие махинации здесь неуместны. Что, подушками забить надо? А, нет, неправильно. Подожди, я могу типа забрать подушку с собой? И, наверное, это будет правильно. А если я отключу? Не отключается. Черт. Хорошо. Ладно, если игрушка тебе нравится, не забывай поставить палец вверх. Это будет очень хорошо, это будет адски приятно. Наш парень пройдет эту игру и, может быть, даже спасет пивас. Три подушки хватит? То есть я перемещаюсь во времени, чтобы забирать подушки. На кой хер они не Радио? А если радио туда переместить? Вон там еще что-то есть, там еще какие-то вещи, которые подсвечены. Слушай, на подушках можно прыгать? Может, реально, знаешь, как в мультиках каких-то старых было, типа на подушках прыгают? Нет, чудо не происходит. Чудо у нас не происходит, но, опять же, выставив их друг на дружку, я вполне себе могу... А, типа я могу выбрать куда? Factory, Desert и Alien Planet у нас есть. Что тут у нас? Вау, можно перемещаться в пустыньку, давай. У нас есть подушка, чтобы наша попа, естественно, перемещалась нормально. Эй... О, здесь слишком жарко. Черт, в пустыне песок отражается. И такое впечатление, что ты идешь как по асфальту. Очень жарко, пиздарики просто. Так, давай. Нет, это надо было открыть. Какого хер ты делаешь? Какого... Это что такое? Это ноги чьи-то раскорячка или что это такое? Да, странный запах. Хотя что может расти в пустыне? Ты слышишь? Я вот пробегаю такой, эй, типа меня кто-то окликивает. Странно. Хурматва... Вот оно. Ладно, это мы заберем, я думаю, нам еще понадобится. Клади ее сюда. Поехали дальше. У нас осталась, по-моему, планета чужих. Планета чужих! Просто пошел, сделал чужих, планете чужих. Сейчас мы все сделаем. Во! Смотри, Alien Plant. И. Во! Готово! Блин, круто на самом деле. Полетели. Отвертка есть. Что-то меня колбасит реально здесь. Ух ты. По-моему, эта карта очень напоминает ту, где был дракон, с которого нужно было разбудить. Дракоша! Дракоша-наркоша. Сейчас мы тебе что-нибудь сделаем. Прекрасный ник, кстати, для какого-нибудь кайсера. Лет так 35. Так, что тут у нас? Прыгаем? Прыгаем, вон там можно спуститься, смотри. Отлично. Сюда что-то надо поставить. Вот сюда я не знаю. Ух, какая у нас тень была эпичненькая. Так. Йоха! И что ты хочешь, чтобы я тут делал? Эти кристаллы взять вряд ли получится. Эти породы тут растут, и трогать их не надо. Блин. Когда чешется нос, это явно не к добру. Давайте смотреть. Это планета чужих. Тут что-то должно быть не так. Вот целая, посмотри, целая летающая тарелка. Какие няшные деревья! Ой, блин. Это не лютики. Вы знаете, что у нас во всех играх это всегда лютики. Или ромашки. Опа! Я не знаю, к какой игре это отсылка или к какому фильму. Это что такое? А, поливать можно, хорошо. То есть я могу полить дерево. И это никак не отражается на этом. Странно, очень-очень странно. Хо, хоп, хо. Это что такое у нас? Я надеюсь, тут не забагуемся, нет? Главное не забаговаться. В этой игре есть глюки, так что лучше аккуратненько. Так, мы забрали
собственно, пистолет. Я не знаю, правда, как он нам поможет, но наша задача — приволочь его, собственно, в наше настоящее время. А там уже думай. Слушай, а кристаллы поливать можно? Ну, не растет наше, да, тут кристалличек-то? Печалька, печалька. То есть, получается, надо наполнить водой, да? Опа, они соединились. Эй, стой, куда ж ты поехала? Зараза, блин. А как опустошить? А, она ездит, я понял. Я уже испугался, что типа я не успел. А кто не успел, тот опоздал. Юха! Давай, оп. Все, полетели. У нас есть рычаг сломанный, две подушки и пистолет, который стреляет водой. На кой хер нам это надо, я не знаю. Так, давай смотреть, где можно это заюзать. Вау, телефон свой что делает, а? Ты смотри, как, может залить компы? Типа их коротнет или там сервер залить. Тоже вариант был неплохой. Нет, наверх. Подушка может нам, это самое, от воды. Музыка эпичная. Что нам делать? Как нам туда попасть? Что там напи... Вулкана. Там есть вулкан. То есть я могу активировать вулкан и... Слушай, а что если я... А что это такое? Это какое время? Это что за жизнь такая творится? Типа рандомайз, что ли? Ладно. Так, фэктори. Тут вроде все тихо. Еду поливать нет смысла. Пистолет есть. Я думаю, куда рычаг ставить? Тут же ничего такого... А он не коротит, да? Ладно. Полетели. Воу! Вроде работает. Дратути. Слушай, а может залить вот эту вот хероту надо? Пока что-то логикой особо не пахнет. А здесь рычаг тоже негде использовать. Вот в чем вся проблема. Запрыгивать туда нет смысла. Наверху тоже ничего интересного, просто подушки. Зачем нам подушки? Где их использовать? Возникает очень странный ряд вопросов. Что было? Радио? Не, радио тоже вряд ли. Так, фэктори. Фэктори мы были. Пустыня? Может быть, кстати. Может быть. Давайте сейчас быстро сгоняем и будем думать, чего нам... А что это такое у нас тут-то? То, что музыка играет, это я понял. Тут какие-то странные вещи творятся. Я думаю, может как-то подушка вырастет, я не знаю. Рычаг тоже негде юзать. Очень вся проблема. Полетели. Сейчас быстро сбегаем, посмотрим, что там у нас. Как штыривает Найсова. О, да. Нет, в этом смысла никакого нет. Так, тут тоже ничего интересного. А, может это полить надо? По-моему, на него оно как-то не особо подействовало. Я уже надеялся, что я смогу сюда забраться. Нет. Ладненько, тогда давай вернемся, посмотрим. Может, что-то реально там слишком просто, а мы тут что-то заморочились там конкретно. А можно было бы, между прочим, полить, а там что-то росло в пустыне. Ему явно не хватает воды. Так, слушай, ну у меня была идея изначально, то, что мы озвучивали, чтобы с помощью подушек как-то забраться. Подушку на подушку на подушку и так далее, и типа, может быть, что-то получится. Так, ну, предположим, как-то вот так вот можно сделать. Так, это забираем, и вроде бы что-то может даже выйти. Хороший, плохой, я не знаю. Можно вернуться, конечно, забрать еще пару подушек. Там на фэктори вроде бы их много было. Слушай, мне туда, наверное, надо забросить это дело, да? Оп, шикарно. Пикаль... Понимаешь, с пистолетом он просто не забирается. Фишка в том, что ты должен все нужные тебе вещи перебросить. А, как это было гнайсово, а? Йоу, можно так ловить. Чпоньк, готово. Так, пистолет вроде бы не падает. А скажи мне, пожалуйста, если я радио поставлю, допустим, здесь. Ну, типа, залить, чтобы можно было. Ох-о, о, шикардос. То есть надо всего лишь навсего три подушки. Вот, вот где это используется, смотри. Хопа, готовченко. Это табличка вулкана. То есть там, помнишь, черное вот место есть. Туда, походу, надо это дело засандалить. Так, давай сюда. Сейчас быстро сделаем. О, хорошо как. Она сама типа левитирует куда надо, да? Э! И как мне ее взять? Че за бред, блядь? Че она улетела? Это чё? Серьезно? Are you fucking seriously? Ты чё, бля, прикалываешься? Чё на воздух улетело-то? Какого? Ёбаный насос. Да ладно! Да ладно, блядь! Табличка забаговалась, ты прикинь вообще? Как можно так жить? Она реально забаговалась. То есть она слевитировала, как будто здесь нет гравитации. Она просто улетела, блядь, восвоясь куда-то. И чё мне делать? О, как все плохо, сударь, как все хреново.
Так, итого нам надо три подушки, чтобы залезть сюда. Да залазь ты, японский ты городовой. Смотри, а сейчас он залазить уже не хочет. Хер его знает почему. То есть табличка улетела, нам придется переиграть это дело. Ну что, господа, попробуем еще раз. Я переиграл все это дело. Сейчас мы положим подушечку вот сюда вот, чтобы можно было забраться. Давай, клади это дело. И голыми руками мы поднимаемся. Так, нужно успеть. Нужно успеть эту хероту забрать. Так, давай, раз. Мы убрали с вами оковы. Сейчас берем пистолет, быстро набираем воду. Потом его выбрасываем нахер. Есть! Фух! Берешь табличку, она просто тупо улетает, багуется, и херушки ты что сделаешь? Во! Вулкан работает! Так, а что мне надо? Я не знаю, нужно ли мне что-либо брать туда. Так, поехали. Вулкано! Вулкано? Эй, а чё вулкан мне не пашет? В чём проблема, японский ты ж городовой? Так, там я все набрал, там все нормально. А вот локация с вулканом что-то не особо пашет. Я же выбрал вулканчик. О, как штыривает Найсова. О, да ладно. Да ладно. Так, мы прибыли. Самоубийство в вулкане. По-моему, было бы круто, реально. Ты хочешь, чтобы я реально туда прыгнул? Именно в центр вулкана? Может, не надо? Представь, что это борщ. Просто взял и прыгнул в огромную кастрюльку борща. Я прыгнул просто, бря, не спеша. Так, остается буквально немного. Машины ездят. Я чуть раньше не замечал, что тут хоть кто-то проезжает. Это как трасса 66. Так, у нас остается номер 23, уровень 24, и, по-моему, все. Так, погнали. Между прочим, левелы действительно кайфовые. Там был козел нарисован, да? Козел. Metal. Давай возьмем кассетку, где написано металл. Металлище. Дай фока, дай. Эвокатурус эт салюдус. Это... Салюдус. Ничего не работает. Не работает, братан, сейчас это дело. Так, тут все чисто. Тут тоже чисто. И здесь, на удивление, тоже чисто. Ладно, выходим отсюда. Воу, как красиво, слушай. Вот смотри, берешь и делаешь скриншот сейчас. Нажимай принтскрин или какая у тебя там кнопка. Делай скриншот и ставь на рабочий стол. Это реально красиво. Так, тут у нас колодец и зажигалка. Нафига нам зажигалка? Пока неизвестно. Я предлагаю все это дело вот здесь побросать. Пускай лежит, не багуйся только. Так, а это можно двигать. То есть это можно подвинуть. Скорее всего, там можно будет залезть. Это тоже работает. Там что-то разбитое, что лежит большое? Или это камни такие? Надо сбегать. Надо найти статуэтку Suicide Guy, чтобы получить еще одну ачивку. Вон он находится, вон он, смотри, красавец наш. Я иду к тебе, Гай. Давай. Сидишь как Будда, ёпта. Так, тихо. Чё-то здесь как-то не густо, по-моему. Что-то есть? Фу, здесь вроде бы ничего интересного, так что движемся далее. Я думал, это какой-то самолет разрушен или еще что-то такое. Очень похоже, между прочим. Но это какие-то камни. Огромные камешки. Мы находимся в церкви. Я видел там какое-то, по-моему, мы здесь зажигалку, мы читали какие-то заклинания. Может, что-то кого-то призвать надо будет? Сейчас посмотрим. Мы уже подобную штуку сами делали в Бенни-экзорцисте. Так, там окно, и мне кажется, что мне надо туда это дело подвинуть, наверное. И вот тут можно залезть. Так, давай. Двигай это дело сюда. Вот, готово. И маленький ящик, чтобы я мог с помощью него забраться без проблем. Давай сюда вот. На-на-на, как хорошо тянется. Чудненько, давай залазь. Залазь, братишка. Что у нас тут такое? Воу, тихо. Опа-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 па! Куда ж ты падаешь-то, зараза? А зачем? Спрашивается, на кой хер мне это надо? Вот это вот надо взять. Кассетку тоже вынесем. Ну, на все. А может, надо в радио вставить? Не, в радио, наверное, нет такого. Так. Клади это тут. А в эту часть мы что-то с вами не бегали, по-моему. Козел! Привет, козлик! Привет! Что, тебя можно взять? Какой няшный козел, смотри. Он что, это чучело, что ли? Привет, Олежа, давай. Подпишись на канал. Примерно так, наверное, бы разговаривал. Это ж козел. Что ты хочешь? Скажи мне, что ты хочешь, козел? Что? Что? Как? Травы хочешь? Ну, тут нельзя, дети смотрят, братан. Так, а что с козел? Воу, это не надо двигать, хотя можно его задвинуть внутрь. Так, козел у нас есть, давай его вот здесь пока поставим. И попробуем еще раз залезть туда наверх. Да не надо это двигать сюда. Блин, а тут, кстати, можно это делать, между прочим-то. Тихо. Вот так вот это дело ставим. Сейчас посмотрим, зачем это открытое окно. Что я могу таким образом сделать?
Там, кстати, на втором этаже тоже что-то есть. Ты хочешь, чтобы я пропрыгал и там что-то взял оттуда, да? Ну как это сделать? Подожди, а там же еще окна есть, да? Сейчас заценим, вон там есть окошко. Жалко, что придется это все передвигать заново, но он делает это довольно быстро, на удивление. Так, это можно отодвинуть. Двигай сюда, а эту берем с собой. Привет, козел, не двигай козла, не ломай его! Он это очень классно делает. Козел реально крут. Вот смотри, мы... А, там нельзя зайти, там уже заколочено. Твою мать, а. Я уже обрадовался, блин. Да, там не пройдешь. Ладненько, ничего страшного. Так, козлик пока лежит, хорошо. В любом случае, надо здесь, видимо, делать дела. Так, ставь сюда это дело. Там мы это все посмотрели, да? Там же ничего интересного нет для нас. Что тут у нас просто камни, и там вроде бы можно пробежаться. Сюда вот. Не, там конец карты. В такой игре нужно каждый закоулок смотреть. Мало ли что там будет. Там тоже не пройти. Есть зажигалка, есть кассета, есть книга, есть козел. Надо что-то еще найти для ритуала. Я не знаю, может кровь какую-то или нож, чтобы с козла кровь пустить. Хотя это довольно живодерненько. Так, по краешку ты не пройдешь здесь, да? Слишком большой, Гарри. Да не падай же ты, ебаный свет. О, это хорошо. Вот так вот. Тихо. О! Фак! Она в виде пиктограммы, смотри! Как мы делали в Бенни Экзорцисте. Помнишь, там тоже так... Что такое? Это просто маленький желтый коломочек какой-то херни. Но мы не будем обращать на него внимания, потому что... Потому что... У нас, смотри, а значит, это мы зажжем сейчас. Сейчас все будет. Сейчас батя все сделает. Мы же в здании находимся, правильно? Сейчас все будет. Так, как эпично вышло, а? Как в лучших фильмах Тарантино. Свечки мы сейчас зажжем. Это не вопрос вообще ни разу. Опа! Есть! Эй, братан! Есть прикурить! Опа! Ты ж как гопник тебе дохаривается, блядь, и ты так делаешь. Так, жги давай! Во! И вот это тоже работает, и все вроде бы работает у нас. Так, зажигалка нам больше не нужна, я надеюсь, что церковь не спалится таким образом. А куда это? Зачем нам это? Куда это вставлять надо, вести мне? Метал. Зачем нам метал? Может, в центр куда-то? Как это, блядь, сработает? Я не знаю, честно, хоть убей. Так, теперь нужно притарабанить сюда козла. Козёль? Мой горный любимый козёль! Я искал тебя тут, я искал тебя там. Мой любимый... Тут про любимого барана была песня. Тут любимый козёль. Любимый козёль. Козёль, что мне с тобой делать? Может, тебе пердак подпалить? Блядь. Сейчас козёл подпалится. Будет очень хреновый, стоишь. Что-то я пока не очень вникаю, как это работает. Блядь, только не багуйся, я тебя прошу. Охо. Нет, неправильно. Оно не так работает. Слушай, а там ничего интересного не было? Я же так, типа, пропрыгать можно было, да? Так, козел, что мне с тобой? Там колодец был, кстати. Ну, с колодцем вроде ничего нельзя делать. Давай радио поставим. Слушай, в радио точно нельзя кассету? Надо где-то ее прослушать. Странно. Идея, блядь, просто гениальная. Положить кассету на это самое. Есть, поставил! Да, дай, фак, мазафака, дай, мазафака, дай. Трясти меня скорее. Блять, радио! Лови, козел! Я ж горный баран. Не горный козел. Давай, иди сюда. Вот это будет хуенно сейчас. О, мы кого-то призвали! Или сожи. Блять! Не надо! Нет! Нет, 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 нет! Хотя, наверное, надо читать дальше. О, нет! Не надо! Не нужно этого делать! Остановитесь! Слушай, по-моему, все хуевенько, не? По-моему, дьявола призвали. Над Бэт. Вот это было реально круто. Это было охуительно. Нахуительно просто вообще. Фонаретительно. Отчел-столбедительно. Так, что у нас осталось? 24-й левел. Поехали. Это был дьявол. Это был самый настоящий мотив дьявол. И что у нас тут? Где мы? Что за жопа мира? Это наша квартира. Мы дома? Ну, похоже, по крайней мере, на нашу. Может, не наша. Хотя, потому как мы жили, вряд ли наш чувак имел большой достаток и имел хорошую хату. Так что вот так вот как-то. Тут темно. О, а вот и свет подоспел. Ох ты. Что это такое у нас? Что это в канале? Что, мусор какой-то, что ли?
Чё-то я пока not understand, чё происходит. Радио закрыто. Радио здесь, возможно, сыграет ключевую роль, поэтому это имеет надо в виду. Это самое начало. Подожди, мы же здесь прыгали, типа, да? То есть я могу сюда упасть, и, наверное, я пройду левел таким образом, нет? Что это такое? Что-то какой-то как колпак, что ли, Гриффиндора. Тут ничего так интересно. Йо-хо! И? Взаимодействовать ни с чем нельзя. Сейчас мы там поднимемся наверху, тут можно подняться вроде бы. Рожа нашего... А это нет, это кто-то из наших родственников, там дед какой-то, еще там кто-то, родственник, дядя там. Что это такое? Что за странные, блядь, укулельные звуки? Вы что, там все укулели, что ли? Кнопка, что-то я этого не видел. Что это за херота? Ох ты ж твою мать, еще целых две бочки. Давай заберем. И где мне их использовать? На кой хер они нужны? Так, закрываем. И типа каждый раз они генерят по парочке бочек, да? Еще две бочки. А, типа расставить сюда, что ли, их надо? Зачем? Че, fucking logic? Это нажимные плиты? Я что, не понял немножечко. Это не похоже на нажимную плиту. Ты хочешь сказать, что мне сейчас надо каннибализмом этим заниматься, расставлять? Зачем? Логика. Ну да, в этой игре не всегда с логикой все хорошо, но я могу это сделать, это первое, что приходит на ум. Зачем, правда? Я не вижу реакции, там оно как-то не работает, по-моему. Давай еще две бочки. Так, мусорные баки можно, типа все, что есть, надо все поставить. А в какой последовательности, зачем? Будет смешно, если этого делать не нужно. Но это же не просто так здесь теплит, правильно? То есть наверняка есть какая-то хурма. Типа вот сюда вот можно поставить. Мне кажется, главное, чтобы стояло. Если их можно брать, значит, как-то с ними можно взаимодействовать. Какой херней занимаюсь, серьезно. Так. Забираем это. Честно, я вот пока не вижу, как это можно пройти. Там закрыто. Наверху закрыто. Тут радио везде закрыто. Забирай. Ухо! Юху, блин! Слушай, а если я умру? Что будет? Ого, ни хрена себе, оно ожило. А так просто сдохнуть нельзя, оказывается. Ах ты хитрая жопа, блядь, что ты делаешь? Это что вообще такое? Это на Undertale какой-нибудь пасхалка или Splinter House? Что, блядь, происходит? Слушай, а может бочкой в него и жахнуть надо? Я понял, короче, тебе надо бомбить, да? Вау, точно! Тихо. А, там открыто, по-моему, когда мы его жахнули. Там открывается. Ух, not bad, bro. Давай, 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 давай. Блять, я упал, говно. Давай еще раз. Ах ты ж, зараза. А, не падай, Гай, не падай. Вот. И какого нахрен это надо было делать? В чем прикол? Я могу это дело активировать, но... А, типа сверху на него закинуться надо. Видимо, пузом своим придавить, и все нормально будет. Давай сразу на эту. На вот эту. Опа! Как-то так оно работает. Это что-то, я не знаю, что это, блядь, за крокозябра. Там небесная летающая барбацузка какая-то летает. Так, ну с тобой я... Все, я понял. Хорошо, что я бочки не стал расставлять. Давай нахер. Ты ж твою ж мать-то, а? Падай, ёпта! На тебя же что-то стрелять-то надо. Так, он останавливается вроде бы. Бабах! Мусорная ведерко. Сейчас мы тебе покажем, что это такое. Оно держит какую-то как маску. Так, радио. Радио неактивно. То есть придется проделывать такую штукенцию несколько раз. Напоминает какие-то, знаешь, старые игрушки, которые были на первом PlayStation. Тихо. Бабах! Да! Вот именно что, блядь, тот смеется тот, кто потом тебя нагреет. Где ты, ёпта? Эй, вот ты где. О, ему грустно, ему страшно и грустно. Нет, не попадешь ты так, Олежа. Не попадешь. Я же попал в тебя, падла ты. Смотри, уклоняется. Чувырла, блядь, а? Ты чё, совсем обнарила, что ли? Йоу. Стопешечка. Может, я на перетивчика? Баба! Да ладно! Я же как мастер World of Tanks стрелял сейчас. На упреждение называется. Да бля, да что ж такое-то?
Я что, все растерял? Нет, еще есть, нормально, жить можно. Так, спокойненько. Спокойненько, давай. Какой херотой мы занимаемся? Нам бы пистолет какой-то, что ли? Слушай, а если... Это не берется? Бля, надо как-то поближе, наверное, стать, я думаю, да? Ай, блин. Надо его загнать куда-то сюда и отсюда... А я не заберусь, учусь, все проблемы. Да блин, да что ж ты будешь делать? Бля, бочка улетела. Ну я, в принципе, могу вызвать, поэтому для меня это вообще не проблема. Да ладно. Давай, оп, как мы взяли-то вовремя. Да блин, ты что, издеваешься, что ли, падла летающая? Да я ж попал в тебя, ублюдок. А о чем может быть прикол? Может, какая-то другая тактика здесь есть? Тактик больше нет. Слушай, хоть бери, блядь, и расстреливай его серьезно. Но у нас ничего нет, по-моему. Я ж попал в тебя! Я в тебя попал! Сучка ты крашеная. Так, ладно, сейчас мы наколдуем. Ты там летай, летай сейчас. Сил набирайся. Тебе они явно помогут сегодня. Так, надо поближе, походу, стать. Смотри, он тупо каждую секунду маневрирует. Есть! Попали! Попали, попали же, да? Или нет? Или да? Чуть нихуя не ясно, на самом деле. Так. Опа! Вот сейчас мы точно ж попали. Видно, что это привидение, оно испугано. Сейчас мы будем действовать. И каждый раз это будет все больнее, 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 больнее. И больнее. Тихо. Опа! Опа! Баба! Вот и все. Вот и все, хана тебе. Шляпу надо забрать, конус твой. Конусообразненький. И чего? Теперь я типа... А радио закрыто, кстати, между прочим-то. Конус не забирается. Теперь я типа могу умереть, наверное, да? То есть он мне мешать не будет. И я могу сделать, я могу покончить с собой. Как-то так. What the fuck? Сказал, по-моему, Гай наш. Суицидальный. То есть как мы начали эту игру, так мы и закончили. По сути-то. Пивасик! Пивандрик! Пивася! Я иду за тобой, пивасик. Давай, мой сладкий. Чё, блядь? А это чё было-то? Пиво где? Где пиво, мудачьё? Что это было? Чё за говно? Чувак, ты хочешь стать на ней как на доске проехаться, да? Нет, ну мудильные мысли — это нормально. А чё с пивасом? Я всю игру делал, а пиво разбилось? Может, мне надо умереть? Пока! Пива нет, можно и помереть. Да ладно, финиш the game нам дали. Давай. Даже Нео из Матрицы не мог сделать настолько эпично это. Братья Вачовски такого точно не ожидали. Фух. Спас пиваса, молодец. Просто, просто космос, ёпта. Чтобы набить свое пузо. И без того большое. Заебись игра. Да. Приятного аппетита. Да, это он говорит, поставь лайк обязательно, если тебе понравилась эта игрушка. И больше не смотри такое. Не, шучу, игра реально прикольная. Так что лучше не повторяй то, что здесь было, серьезно. Мы прошли с тобой игру, мы побили кенгуру. Ну, не было кенгуру. Не знаю, к чему это рифма, но тем не менее у нас прекрасное настроение, мы прошли Suicide Guy. Надеюсь, что вам понравилось. Если знаете еще интересные подобные игрушки, высылайте их в личку на YouTube, либо в комментарии под видео. Увидимся, услышимся. Не болите. Пока-пока. Воу, да ладно. Типа я нахожусь в титрах, я могу еще что-то сделать. Типа офнуть, например, эту музыку. И что, никак не умереть, да? А, может быть, я могу наверх забраться? Нет, это дело не работает. Ну вот как-то так, друзья мои. Слушай, да я не могу ничего сделать. Если я включаю музыку, то титры начинают идти дальше. Вот. Выключаешь, он останавливается. А забраться можно как-то, нет? Забраться нельзя. Печаль, беда. Спасибо, что поиграли в это дело.